Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил жителей Ставрополя за участие в голосовании. Также глава края поблагодарил всех, кто обеспечил проведение выборов и безопасность избирателей. Владимир Владимиров поздравил ставропольцев с 10-летием воссоединения Крыма с Россией и отметил важность выстраивания связей с новыми регионами. Я хочу поблагодарить наших земляков за участие в прошедших выборах президента Российской Федерации. Теперь уже можно спокойно говорить, что Владимир Владимирович Путин, слава Богу, достойно победил и у нас на Ставрополе, и в Российской Федерации. Но необходимо каждому нашему земляку сказать спасибо за то, что он принял участие в этих выборах. И, как всегда, Ставрополь себя показала очень зрелым, очень прогосударственным регионом. С 1 сентября в Минеральных водах начнет работу новый детский технопарк «Кванториум». В нем дети смогут углубленно изучать физику, химию, биологию и робототехнику, сообщили в региональном министерстве образования. Также там разместится естественно-научная лаборатория, где у детей будет возможность проводить различные опыты. Создадут детский технопарк благодаря нацпроекту образования. Детскую музыкальную школу Лермонтова оснастили новым оборудованием. Учреждения закупили ноутбуки, интерактивную панель, электронные пособия и учебную литературу, сообщили в региональном министерстве культуры. Также в школу поступила звукозаписывающая аппаратура, музыкальные инструменты и новые кресла в концертный зал. Работы провели за счет средств краевого бюджета. В ауле Карамурзинском стартовал ремонт дороги на улице Мирной. Специалисты укрепят основание и постелят асфальтобетонное покрытие, сообщили в региональном Миндоре. Также на отрезке обустроят обочины и заменят водопропускную систему. Работы проведут по краевой госпрограмме развития транспортной системы. Ремонт улицы завершат до конца мая.